Друзья, всем привет! Я Фикс Прайс на Калантай 24 и 30. Это город Санкт-Петербург. На входе увидела новинку. Новые растения искусственные. Это герберы. Посмотрите, какие они симпатичные. Такие объемные, пушистые. Есть белые, розовые, фуксия. 149 рублей стоит. Также тут есть в продаже бонзаи. Искусственные растения в горшочках. Вот они в двух расцветках. Есть поярче и такой более тускло-зеленый. Цена 349 рублей. Новый двойный кашпо для растений. Называется кашпо Палермо. Объем 1,9 литра. Внутренний горшок вынимается. Цвет есть вот такой яркий травяной зеленый. Также есть серый и коричневый. Цена 199 рублей. Поступили сюда в продажу новые вазы, большие и маленькие, подсвечники есть в продаже, а вот здесь новые органайзеры, это отдел с косметикой, тут где расчесочки, вот такие небольшие органайзеры, но из очень толстого пластика. Размеры 18 на 7 на 7, тут три отделения, одно большое, два маленьких, разные расцветочки. Цена 79 рублей. Есть тут в продаже новые расчески для укладки. Массажные расчески также есть. Органайзеры сюда также поступили в продажу. Вот такие плоские, как тарелочки. 99 рублей. Вот эти мы с вами большие видели. Органайзер с откидной крышкой. И аналогичные привезли вот такие низкие. Тут также откидная крышка для ножничек, для пилок подойдет. Цена 199 рублей. Новые мягкие коврики для ванной поступили в продажу. На Калантай 30 в сером цвете, а на Калантай 24 есть еще фуксия и розовый. С обратной стороны противоскользящие точки есть. Размер ковриков 50 на 70. Вот сверху они такие, как под мех, пушистенькие. Цена ковриков 199 рублей. Новые коробки с секциями. Вот такие вытянутые. Есть крышка у них. Размер 30 на 9 и на 8 сантиметров. Можно использовать для аптечки, для шитья. Цена 99 рублей. А в отделе с шитьем, смотрите, какая новинка. Это лента декоративная. Это термоаппликация. Размер ленты 90 на 1 сантиметр. Есть подробная инструкция. Чтобы ее приклеить, нужно воспользоваться утюгом. Лента есть в разных расцветках. Тут и синие, и красные, бесцветные, блестящие. Все красивые. 79 рублей. Очень большой выбор пряжи сейчас в продаже. Вот такая появилась пушистая. Красивые цвета такие осенние. Зеленый, бордовый, оранжево-коричневый цвет. По составу это полиэстер. В мотке 30 метров, 50 грамм пряжи. Цена 79 рублей. Ну и давайте обзорно вам покажу, какая еще тут есть пряжа в продаже. А есть наборы для вязания появились. Вот они в разных расцветках. Там спицы входят в комплект. 149 рублей. Есть пряжа для вязания шарфов и шапочек. Вот такая с петельками. 124 рубля. Тонкая пряжа против катышков также есть. 124 она стоит. Белые шторы 27 на 90 размер с рисунком. Сделаны из полиэстера. Цена 299 рублей. И переходим в кухонный отдел, наш любимый. Здесь из новой серии появились вот такие овощечистки с керамическим лезвием. Цвет серый, горчичный, зеленый. Цена 49,50. Наборы ножей для сыра также есть в продаже, 149 рублей. Посмотрите, нашла у нас одну единственную новинку из нового года. Это будет новая новогодняя серия. У нас пока ничего не выложили. По-моему, в ближайшее время тоже не планируется. Я смотрю уже другие обзоры, уже у всех во всю Новый год. А у нас пока вот только этот товар, только формочки для печенья. Так что мы все еще ждем. Крышки для СВЧ с поддоном есть в продаже. Диаметр у них 25 сантиметров. Можно использовать не только для СВЧ, можно какие-то закуски накрывать на столе. В общем, все, что хотите. Формы для выпекания силиконовые для маффинов по 149 рублей. Горчичные, серые, зелененькие. Наборы для вина у нас также появились в продаже по 124 рубля. Тут 4 предмета в наборе. Опять поступили в продажу крышки для СВЧ, в этот раз тонированные, такие серые. Формы из новой серии, формы для выпечки 24,5 на 14,5. Объем 1,3 литра, для кексов, для хлеба. Вот такие расцветочки, 149 рублей. Рядом тоже новинка, это органайзер для специй с перегородками. Цвет есть темно-серый, светло-серый, в крапинку. Сделан из пластмассы, цена 99 рублей.
Этажерки двухъярусные есть, продажи сделаны из дерева. Нужно их собирать. Вот такая вот симпатичная красота получится. Это последняя серия в комплекте с ножами, с минажницами. Вот можно приобрести. Этажерки 249, минажницы 199 рублей. Есть продажи подставки для столовых приборов. Серые, темные и светлые, 62 рубля. Ну и рядом пиалы. Друзья, кто купил, пишите отзывы. 49,50 я пока что удержалась, ни одной не купила. А вот такие вот доски сервировочные 29 на 16, сделаны из бамбука, можно использовать как небольшой подносик. Хорошие. Цена 149 рублей. Большие салатники вам показывала, здесь они также есть. Цены тоже не нашла, здесь ценника нет. Из новой серии силиконовые формы для выпечки, круглые с ручками, зеленые горчичные, серые, по-моему, по 99 рублей они, и у них достаточно большой диаметр, 24,5 сантиметра. Большим салатником поступили в продажу еще вот такие маленькие соусницы, 220 миллилитров они, и стоят 39,50. Подставки под горячее, новая серия, такие же цвета, серые, зеленые, горчичные. Размер 17 сантиметров, сделаны из силикона, можно как прихватку использовать. А вот они симпатичные такие. Цена 49,50. Есть еще, кроме таких, вот пониже зелененькие в полосочку. Они уже не квадратные, более вытянутая форма. Размеры у них 21 на 15,5 сантиметров. Сделаны они из термопластичной резины. Также можно использовать как подставку, как прихватку. И вот такие расцветки, зеленые, сиреневые, красные. Показывала вам на Калантай 24 вот такие чашечки. Здесь на 30 нет чашек, есть зато блюдца к ним. Серые, горчичные, черненькие, в крапинку. Ценника я не нашла, друзья. Низкие кружки с рисунком, объем 330 мл, керамика, ну, первая же с дефектом, так что внимательно смотрите, выбирайте. Приятные расцветки, есть еще вот такие темные. Подставки под чашку из сланца, круглые и квадратные, 49,50. Ну и на Калантай 24 тоже все в ассортименте. Посмотрите, тут полки просто до потолка. Какой ассортимент. Нашла еще вот такую новинку из новой серии. Это шумовка. Интересная, как ложка, только вот с такой сеточкой. Также разные расцветки. Цена 79 рублей. Есть тут половники, лопатки. Формочки новогодние есть для печенья. А вот такой новинки не видела, но тоже продолжение серии. Силиконовые кисточки. Цена 55 рублей. Наборы крючков на самоклеющейся основе. Такие интересные, в форме цветочков. Три штуки в упаковке. Крючки есть серые, розовые и белые. Цена 59 рублей. Наборы для ванной, там стаканы, дозаторы, мыльница есть. 149 рублей, японские мочалки все еще есть в продаже тут. Новый детский шампунь с экстрактом ромашки, витамином Е. Есть с календулой, с депантенолом. Это флоресант, 79 рублей. Новые сумки женские поступили в продажу, сделаны из кожзаменителя на длинном ремешке. Размеры 23 на 17,5, глубина 8,5 сантиметров. Застегиваются на молнию, внутри есть подкладка, одно большое деление и еще маленький кармашек. Расцветки разные. Цена сумочек 299 рублей. Увеличительное стекло с подсветкой. Это новинка. Подсветка тут 3 лампочки и 2 увеличительных стекла, 6-кратное увеличение и еще 30-кратное. Световой поток 15 люменов, работает от 3 мизинчиковых батареек, в комплекте их нет, нужно покупать отдельно. Цена 149 рублей. Вот такая полезная новинка, это валик с телескопической ручкой. Ручка раздвигается до 100 сантиметров. Можно будет потолок удобно красить, либо если стены у вас высокие потолки, например, стены удобно будет красить. Ручка мягкая, основание металлическое. В общем, я думаю, что полезные валики. Цены, к сожалению, у нас нет. На сайте я их тоже пока что не нашла.
Друзья, ну и на этом сегодня пока что все новинки. В конце еще покажу вам обзор на какие есть книги в магазине. Спасибо вам за просмотр, за внимание. Всем всего отличного и пока-пока.